боком, да? Старайтесь где-нибудь. Привет. Старайтесь. Рано, встаем. Выспались сегодня? Да. Вообще шикарно. 4 часа то, что надо. Сейчас в самолете все доспим. Надо поймать движение, чуть добавляю темп, а теперь работаю без паузы, добавляю 2 прыжка, ноги уже устали, да? Внимание, кто все сделал у нас? Сейчас подойду, покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Идем, остаемся здесь, у Лусио, остальные со мной. Второй подход на этой же станции готовы сделать.
Михаил Михайлович, завершилась первая тренировка. Какие итоги можно короткие подвести к прошедшему занятию? Ну, итоги мы сразу сказали нашим ребятам. Во-первых, мы всех рады видеть после отпуска. Прошли медосмотр, пролетели в Эмираты. Отличная погода, отличное поле. И нам необходимо очень качественно провести предсезонную подготовку с точки зрения своего состояния, с точки зрения улучшения качества игры. Этим мы занимаемся. Какая основная задача на первый тренировочный сбор? Ну, я как уже сказал, да, что понятно, как многие любят говорить, это заложить некий базу, некий фундамент, да, но, безусловно, улучшение нашего функционального состояния, ее стабилизация для того, чтобы команда была готова работать по тем принципам и требованиям, которые мы предлагаем в аспектах игры. Но самое главное – это улучшение наших игровых действий, нашу игру, наше качество, для того, чтобы наши футболисты показывали хорошую, качественную игру и добивались при этом результата обязательно. Какие настроения царят в команде на первых занятиях, несмотря на тяжелые уже нагрузки сразу? Ну, все понимают, все футболисты понимают важность этой работы. Настроение прекрасное, понятно, что это первые дни. Я думаю, что эмоциональный фон сейчас будет немножко падать, потому что наслойка пойдет, наслойка и ежедневные, и двухразовые занятия каждодневные, поэтому выходных не предусмотрено. Да, мы сразу об этом сказали, то есть готовимся и продолжаем поэтапную подготовку. Бам-бам! Быстрее!